Советский районный суд Брянска приговорил 41-летнего Петра Турлаева к 19 годам строгого режима по делу об убийстве вора в законе Мирабата Багуа, Мухи, и двух его помощников Алексея Крюкова и Ивана Занкевича в 2003 году. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области. Ведомство не называет фамилии обвиняемого, однако эта информация есть на сайте суда. Турлаеву инкриминировали убийство более двух лиц, совершенное по найму и общеопасным способом, ППА, ЕШ, З, часть 2, статья 105 Уголовный кодекс Российской Федерации, и незаконный оборот оружия, часть 3, статья 222 Уголовный кодекс Российской Федерации. Согласно материалам дела, киллер был активным участником одной из брянских организованной преступной группы, действовавших в 2002-2009 годах на территории области. Убийство Табагуа произошло в ночь на 22 апреля 2003 года. Киллеры открыли огонь по законнику и его спутникам, огонь из автоматов Калашникова. Выпустив в них всю обойму, убийцы скрылись. От полученных ранений Табагуа скончался на месте. Крюков и Занкевич позже умерли в больнице. Еще одному человеку был причинен легкий вред здоровью. Основным мотивом следствия считало передел сфер влияния в криминальном мире Брянска. Шесть раз судимый Мирабат Багуа был коронован в 1973 году в возрасте 19 лет. В Брянскую область он прибыл из Санкт-Петербурга в 1992 году. В 1994 году он возвращался в Петербург для коронации своего подручного Олега Рогачева. Позже Рогачев был поставлен смотрящим за юго-западным районом Брянской области. В 1999 году Брянский областной суду приговорил Табагуа к 8 годам строгого режима по обвинению в вымогательстве и похищении человека. В конце 2002 года законник вышел по УДА. После этого Муха попытался установить контроль над рядом коммерческих структур города, из-за чего вступил в конфликт сразу с несколькими местными организованной преступной группой,